Все наставники повернулись сразу. Чье же дарование так раззадорило до нервного тига жюри и зрителей? Кровь с молоком, обладательница не только уникального голоса, но и, разумеется, исконно русского имени Глафира. Ваши аплодисменты, таланту! Вернуться для снова с ней может быть привет близким. Несколько слов о себе, пожалуйста, не стесняйтесь. Ловис, мэн, поддержите, поддержите артистку, да, ладно? Меня зовут Глафира Шакина. Ва! Глафира Шакина, ваши аплодисменты! Не стесняйся, не стесняйся, да? Все, 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 это не тебя, Глафира. Ура! Ура! Меня зовут Глафира. Я хочу передать привет всем своим родным и хочу сказать спасибо всем своим родным и... Михаил Батурин. Неразлучники Фишера. Пьеса в двух действиях. Остановочный пункт железной дороги где-то на просторах нашей России. Остановочный пункт. Станции назвать язык не поворачивается. Такие называли раньше полустанками, но слово выходит из обороны. По-современному это именно остановочный пункт. А по смыслу, как было 20, 30, 50 лет назад, так и осталось. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, столбы, провода. Метров в 100 от полотна стоит двухэтажный панельный дом на 3 подъезда. Строение типа хрущевка. Уверенная дорожка вытоптана к дому прямо от таблички остановка первого вагона. Балконов нет, покосившиеся двери в подъезды распахнуты, видимо, давно. Крыша утыкана самодельными антеннами, но 4 тарелки спутникового телевидения так и торчат из облупленных стен дома. Хоть какая-то цивилизация добралась. На задворках дома ряд сарайчиков, налепленных из того, что плохо лежало, да под руку попало. Всевозможный скарб, хлам хранится там, а может и ямки есть под картошку, соленье, варенье. Жить-то надо. Деревуха уже за ними, за сарайчиками. Деревянные домишки вылепились в ряды тупиковых проулков. А такой дом один, многоквартирник. Люди в нем живут возле самого остановочного пункта. Товарники, поезда, электрички и днем, и ночью. Но шума они уже не замечают, привыкли. А ведь еще и грязь. Можно ли привыкнуть к грязи? Можно. Грязь засасывает. А что делает судьба такая? Кто-то свыше распорядился уродиться именно здесь. Упрятал, засунул, обрек. Край географии, глубинка, дыра – самое приличное название такой малой родины. Сколько таких полустанков в России? И везде любовь, радость, боль, страх. Надеются на что-то, мечтают, мечтают найти себя, свой путь, дорогу в лучшую жизнь, вырваться. Действующие лица. Глафира, талантливая девушка, 18 лет. Матя, ее жених 20 лет. Анна, ее мать, 40 лет. Нафиг, ее отец, 40 лет. Семен, помощник депутата, 40-45 лет. Катюха, любовница Нафикова, около 30 лет. Первое действие, сцена первая. У подъезда на лавочке сидит Мотя. Давно сидит. Парень курит и поплевывает перед себе под ноги. Плевки сначала образовали причудливый узор, а теперь уже слились в лужицу. А окурки Мотя бычкует аккуратно и впихивает в большую жестяную банку из-под растворимого кофе. Банка уже набита доверху. К подъезду на белом форде подъезжает Семен. Видно, как он сверяется с навигатором и записями в смартфоне. Удостоверившись в правильности, Семен выходит из машины, подтягивает галстук, надевает пиджак. Мотя. Че, заблудились, дядя? Семен. Родня прям в каждой деревне. Такие здесь не ходят. Глафира Шакирова здесь проживает? А че надо? Меня зовут Семен Ильич, я помощник депутата Алексея Старосельцева. А я не голосую. Семен смотрит на него. Да, и слава богу. Че, а вас как перемещают? Мотя. То есть это Матвей Сергеевич. Что там с Глафирой, Мотя? Нет, Игорь.
Из подъезда с мусорным ведром выходит Глафира. Глафира с полным ведром мне навстречу. Ой, здрасте, я вас помню. Ой, вы мне диплом вручали от депутата и статуэтку. Я сохранила. Мы за него теперь проголосуем обязательно. Вместе победим. Там, на полочке у меня. Мы на первом живем. Хотите, покажу? Все непременно. Мотя поднимается со скамьи. Ага, сейчас. Мотя, человек по делу. Приехал тут. Костюмчики. На машине ее. Молодой человек, уймитесь. А ты че? Ты вообще? Певица, мать зови, а я не пущу. Мотя, Матвей! Мотя стал в дверях, перегородил путь, набычился. Глафира отталкивает парня, сует ему ведро с мусором в руки, а сама проходит в подъезд. Она моя. Да и рад за вас. А, кстати, как мать-то зовут? Чью? Как зовут мою, я знаю. Твою мать не без надобности. Как значит чью? Чью? Как все запущено. А, Анна Вольфрамовна. Вольфрамовна? Вот здесь? Обводит взглядом окрест. И Вольфрамовна, ибо натрий. Чью? Ибо натрий. Тоже хороший материал. Слушай, здесь тоже люди живут. А я разве против? Из подъезда выходят Глафира и Анна. Семен целую другу. Анна Вольфрамовна. Анна. Я же грибы чистила. Грибов в этом году много. Маслята скользкие такие, зараза. Пока сопли снимешь, все уделаешься. Пальцы у нас черные. Семен Амунович, помощник депутата. Знаем, знаем. Статуэтка на полочке. Теперь проголосуем. Как фамилия-то только? Депутат Новосельцев. Старосельцев. Старо, а не ново, понимаете? Старосельцев. Вот, хорошая такая фамилия. Русская? Да, проголосуем. Анна Вольфрамовна. Да можно, Анна. Большон. А я к вам по делу. К какому? Как отец скажет, так и будет. У нас все папа решает. А, он домостроец? Нет, на железной дороге работает в ремонтной бригаде. Мама, не про то же. Отец главный. Дело в том, собственно, что дочь ваша очень талантлива, очень. Это да. Это вы правильно. Ее на областной конкурс отбирали. Из всего района ее. Так я гордилась. Но у нашего районного-то отдела этой, как ее? Культуры. Так денег нет. Возить же надо. Жить там где-то, кушать чего-то. Культурка у нас по остаточному принципу. Там-то не по силам. Отец говорит, баловство не дам. Бюджет на культуру выделяют люди совершенно от нее далекие. А еще говорят, Глафире на шоу «Голос» надо. Ну это там, где по кнопке так бах, и ты в этом с Нагиевым. Мы смотрим. Но на какие шиши голосить-то? В Москве. Москва, Москва, столица матушка. Бочка бездонная. Глафирка талантлива с детства. В садике на всех утренниках запевала. Дед Мороз к нам приезжал один раз хоть. Но приезжал. И как она рада была. Ой, все песни ему спела. Кого же она такая талантлива? Дед Мороз потом. Ваш Дед Мороз. Еле ноги унес после папиной самогонки. Но ведь талант. И куда его? В школе вон тоже конкурс. Песни этой. Ой, когда ходят. Строевой. Строевой. Глафирка запевала. Первое место взяли, да. Опять гордость. А сейчас что? Где ей петь? Ой, как бы я хотела ее пристроить. А я, собственно, есть предложение. Забрать Глафиру в областной центр. Че она? Я тебя заберу. Да? Мамочки, неужели? А что это? Куда это? Зачем это? Будем продвигать. Надо отца дождаться. Да вы охренели. Мотя, а чего вы с ней делать-то будете? А че, непонятно? Мотя! Молодой человек, не подходите, пожалуйста, к мне с этим ведром. Иди вынеси. Сейчас. Так что там? Ну, не в этой обстановке хотел. Собственно, все просто. Алексей Петрович, Старосельцев. Депутат областной думы принял решение о поддержке особо одаренной творческой молодежи нашего округа. Всех, у кого есть талант, мы намеримся собрать вместе. Академия будущего депутата Старосельцева. Будущего депутата? Академия будущего. А депутат действующий. Депутат. Шмудада. Как такое название? Звучит. Я придумал. Мы выделяем стипендии, мы обеспечиваем жилье, помогаем с поступлением в профессиональные вузы. А ЕГЭ? ЕГЭ это происки. Мы поможем с поступлением.
Мы поможем учиться достойно и достойно жить во время учебы. Нам все интересны писатели, поэты, актеры, танцоры, певцы, композиторы, а также художники там всякие, дизайнеры. Ага. Еще и гранты под это дело подтянем, президентский там, областной. Мамочки, мама, боже! Дура, фу! А от нас чего? Согласен, морально-волевая поддержка. Халявы не бывает, еще. Мотя! Люди вон статуэтку уже вручили, диплом. Нет, нет, Матвей прав. Я? Мы попросим взамен. Попросят они. Возьмут нас. Попросим дать нам возможность наслаждаться их талантом. И студентов нашей академии мы создадим агитбригаду, которая будет ездить по городам и селам, по ДК, давать концерты бесплатно для зрителей. А потом? Большой путь. А можем пробираться в Москву и пробиться там. И нас тоже, нас, знаете ли, такие далеко идущие планы. Дайте я вас обниму. Анна обнимает Семена. Глафира сияет от счастья, даже слезки блеснули. Мотя набычился, подошел к Семену вплотную, а что сказать, не знаю. Ох, Лютянь, ты чё? Какие молодцы! Вот от души вам, от материнской, благодарна. Нет больше радости, лишь бы у ребенка светлый путь был. Светлая память. У вас, наверное, зеленый лук пропал. А что это? Ветров ваши. Я пирожки хотела. Того. Процесс разрушения органики пошел. Да. По всему видно, что вы женщина непростая, Анна Вольфрамовна. И как же здесь вы оказались? Так ведь любовь. Да, любовь. Да. И все же. Дедушка мой ученый был. Да что? Широко известный в узких кругах. Марк Исаакович. Очень узких. И очень секретных. Вот он папу Вольфрамом и назвал. А папочка дурень, хоть и Вольфрам Маркович. На последнем уже курсе с запрещенными книжками попался. Посадить не стали, но сослать сослали. Учителем в деревню. Дедуля вступился. Вот, мыкался папа, царствие ему небесное. Да мамочка его и обогрела, не к ночи не помянута. А вы? А я поступила. И целый курс отучилась на матмехе. Матмехе? А нафиг из армии пришел. Взял меня, а потом и говорит, или я, или твой институт. Мол, знаем, чем мы там в общагах-то. Ну, того этого. И что? Любовь. Любовь. Ой, слезы и сопли. Второй канал 21.00 по будням. Но как же пахнет ваше ведро. Мотя, мусорку выкинь. Мотя уходит с ведром за дом. А что там и все во дворе? Надо стол накрыть. Гость какой. И нафиг скоро придет, вы обождите, я быстро. Анна уходит. А папа вашего как звать-то? Нафиг. Имя такое. Это я понял. Нафиг Радикович. Нафиг Радикович. И Анна Вольфрам. Гремучая смесь. Вы что-то против имеете? Характер должен быть у вас боевой. То есть вы Глафира Нафиком. Не смейтесь. Не смейте смеяться. Что? Это вас, наверное, в школе дразнили. А в моей практике я привык. Я не первый раз сталкиваюсь с именем Нафиг. У нас даже депутат есть таким именем. А когда я работал в Средней Азии, у меня был кандидат в депутаты. Ибай, Ибаевич, Ибаев. Да? А помощницу его звали вообще Насрула Гамединова Нафикова. Да. И что? Вы не подумайте, я тогда уважаю татары, они... Мы. Вы. Да. Многонациональная страна наша. Вот, езжаешь в деревню, и сразу понимаешь, русская она или татарская. И не надо флагов, церквей, мечети. В татарской деревне все четко, конкретно. Ровные заводчики, покрашенные крыши, газоны ухоженные, дорожки там отсыпаны. Гуси такие жирные ходят, смотреть приятно. А в русскую вещь, а? Завод, завоюсь. Канал лужи, грязь, стены облезлые, коробы грязные бродят, а дороги лепешками заминированы. Татары трудяги они. Мы, и это правда. Отец опять поздно с работы придет. Мимо полустанка проходит скоростной поезд. Конечно, если здесь остановится, то лишь по причине нестандартной или экстренной. Один шанс из списка. Вопли скучающие лица, непрерывные, неравнодушные. А вот именно надоело одно и то же. Из блога Глафиры. В приемной
управлении появились попугайчики. Неразлучники Фишера. Не знаю, кто такой Фишер, такая порода просто. И бывают еще масковые неразлучники с черными головками, развощекие, с розовыми перышками на голове, как щечки. А в управлении купили неразлучников Фишера. Маленькие такие, ладненькие, сами зеленые, колочки желто-оранжевые, красные, красные клювики, ну чудо. Такие вот они нездешние, из другого вот какого-то мира, из параллельной вселенной, ну нереальные просто, одинаковые. Но самочка, сказали, та, которая покрупнее. И вот сидят вместе всегда, головками вертят, щебет что-то там по-своему, по-попугайскому. Неразлучниками их прозвали за то, что они жить не могут без друг друга. Вот если один друг умрет, ну, или погибнет как-то, то и второй попугай-неразлучник умрет тоже. Как это красиво! Вот как это трогает, ну, до слез прямо. Мы ходим с девчонками смотреть на них почти каждый день. Секретарша тетя Лена гоняет нас даже, если много придет сразу. А я приношу им яблочко или морковку, они эту страсть как любят. И я смогу смотреть на них, ну, просто часами, наверное, кто бы еще разрешил. И я попросила у папы в детстве питомца, а он сказал баловство. А попугаи, они, ну, из другой жизни, красивой, большой, из той, что за окнами спальных вагонов, которые вот поездом у нас не останавливаются, но ход замедляют. И там за окнами другие люди. И мне кажется, они все красивые и счастливые. И я хоть и живу у железной дороги, но еще ни разу не ездила на поезде. Вот, ну, так, чтобы в спальном вагоне. Лишь однажды папа нас водит, а там на маневровом. Мы еще мелкие были. А неразлучники, вот какие они все-таки. Вот бывает так у людей? Я верю, бывает. Я смотрю на моих родителей и верю. А будет ли у нас Моти так? Хэштег мой Моти. Хэштег неразлучники Фишера. Хэштег любовь навсегда.